Итак, всем привет, мы продолжаем проходить игрушку Samurai Warriors, часть первая. У нас начинается история Мицухиды Акечи. Того самого Мицухиды Акечи, который был верной, как говорится, правой рукой Нобунаги, а потом его предал, в результате чего Нобунага погиб у этого, у храма Ханодзи, насколько я помню. Посмотрим, что за история у этого Мицухиды. О, какая-то новая картинка. Заставка, вернее. Mino will fall soon, Ranmaru. My lord, are you going to defect? Of course not. But the lady no. If he is a fool, then I will gladly slay him with this blade. But father, if Nobunaga is worthy of my love, then I assure you, the blood on this blade will not be his. It will be yours. The Lady No has been enchanted by the demon. Nobunaga is an intriguing foe. Mm-hmm. Is that all? He is the one who could rule this land. It is odd, but I am sure of it. Then fight him, Ranmaru. Fight now, and show the demon your power. Ну тут вообще на девочку похож, пипец. Так, ну что, Мицухиды, что у тебя там есть-то? Так, говно на 14. Понятное дело. Так, здесь мы тебе поставим жизнью. Обязательно. Атаку. Ну, короче, я уже выбрал себе все, что надо. А вот это, кстати, что такое? Так. Удача. Ну, удача мне, наверное, не нужна. Хотя, как сказать, чтобы аптечки чаще выпадали, почему бы и нет. Давайте попробуем. А то у нас с аптечками не очень. Но скорость, разумеется. Потому что мусол заряд, я бы не сказал, что он особо нужен. Оно копится долго, расходуется быстро. Ну, давай, погнали, как говорится. Первые пару миссий можно всех тут порубить. Никуда не торопясь, они должны быть легкие. А нам нужна экспа. Так, что ты умеешь? Так, раз, два, три, четыре. Ах ты, ну-ка. О, вот это мне нравится. Вот такая вот мусол мне тоже нравится. Очень даже. Экспы мало. Но. Норм. Да, где там? Кто там? Вот ты. Не, неплохо, технично так у него все это дело происходит.
fools! These gates will not be that easily opened. Ща я приду и посмотрим, кто там в натуре кому не откроет. Только попробуйте не открыть. Так, а они реально что-то как-то не хотят открывать. А, и открыли. Я пришел. Почему тут, когда Мусоу активируешь на каком-нибудь офицере, офицер тут же падает на землю, и весь заряд Мусоу, получается, уходит в молоко. Потому что пока он встанет, у нас атака Мусоу заканчивается. Так, я вложил крепость. Я не знаю, он вообще в реале, он как бы был таким уж преданным соратником Нобунаги или нет. Может, они с самого начала воевали, это я что-нибудь прощелку. Но вроде бы Нобунага погиб из-за предательства вот этого вот. Само понятие предательства подразумевает, что он был типа на стороне Нобунаги. Так, тут заперто. А вот тут вот есть офицеришко. Вот я сейчас врублю, да? Он сразу падает. Получается, что тут практически вся атака уходит в молоко. We shall follow your example. Ух ты! Сестренка! Нобунагина. Немножко померла. Ну ничего, заживет до свадьбы-то. We won't be far behind. The sun will rise soon. What? What is that? What the fuck, действительно. Behold the castle that was built in one day. What genius could have done this, you say? It's the Hideyoshi, Hideyoshi we praise. But who built the castle in just one day? Ух он какой! It's a Hideyoshi, Hideyoshi we praise. He built the castle in just one day. Ну, хотя бы в рифму. Ронмару, you once said Lord Nobunaga would one day rule this land. I agree with you wholeheartedly. Ясно. Так, пушка. Пушка — это всегда хорошо. Так, подожди. Нет, давай сначала к Хидеёси сходим, ё-моё, ты чё? We won't be far behind. Правда, я не уверен, что мы там сможем накрыть. Но мы уже в пути. А, ну вроде открыто, нет? Дверь открыта? Открыта. Ну чё, Хидеёси, блин. Ты за один день этот замок построил, я сейчас за 5 минут его сломаю, короче говоря. И кто из нас круче?
Нормуль. Так, нельзя. So someone has taken Tsunomata. It would be a shame to kill such a resourceful man. He is an acquaintance of mine. I will bring him to you. Да, давай, давай, но. We cannot continue serving the Saito any longer. We shall now vow allegiance to the Oda. Storm the castle. А вон она бежит. Someone stop Hanbei and Hush. Don't let him take the castle. Ух ты, больно было, слышь. Such amazing skill. Так, но уехала. Ой, ударьте кто-нибудь. I understand. That is why I needed to show my power. Yes. I can feel the passion in your voice. Show me more. Show me your real power. I have a defeated officer. Я ее убил до того, как они вообще диалог начали. Она хочет с нами встретиться опять. Блин, она ко всем хочет в палатку, короче, да? Слышь, это кто там? А чё это такое там? Ханбэй к нам прибыл. Слушай, надо на помощь идти. Он сейчас нападет на наш главный лагерь. Нам это абсолютно не нужно. Я правда не знаю, я успею до туда вообще. Там, в принципе, довольно-таки все будет печально. I shall hold nothing back. Я уже бегу. Только на это. We can win this battle. Charge. Только дождитесь, как говорится. Это знаю я вас. Ну, вроде все тут открыто, это хорошо, значит, мы добежим. Сейчас по-быренькому. Вот я уже почти тут. На самом деле мы тащим, мораль падает. Так, сейчас вот я пришел. Так, Ханбэй, а ты почему такой... старый. Он такой радостный всегда. Я победил офицера. Ага. А, так он восстал. Ах ты, сука. Понятно. Я еще думаю, откуда он там взялся, блин, так неожиданно. Оказывается, он восстал, он был за нас, а потом... Ладно, не буду. А то я хотел в рифму пошутить, но меня же смотрят не только в России. Набунага, потерпи чуток, я уже иду, и мы станцуем. Они, он не входит, говорит, ты
там сам как-нибудь это самое разберись, а мы пока проверим посты. Ну тут наших много. What folly. A complete victory, if there ever was one. Ну да, ну да. Сайто. Так, меня в первую очередь интересует, что за оружие. Так, хрень. А, то есть одно только было оружие, блин. Фигово. Реально, печалька. Так, это что такое при смерти защита? Так, мораль нафиг не нужна. При смерти атака. Сохранить, да, сохранить. Ну и битва при Изи. Изя! А он-то тут при чем? Битву при Изи мы уже проведем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока!